Позиция эндшпильного типа. Мы уже рассматривали похожий тактический прием. В данном случае тоже пешка белых уже дошла почти до поля превращения h8. И каким-то образом ее нужно провести. Здесь тоже срабатывает принцип перекрытия. То есть конь f6 шаг. Любой отход короля, например, там король f5. Конь g8. Перекрываем поле превращения. Пешка с одной стороны защищает коня. И конь своим телом перекрывает поле превращения на h8. И любой ход черных. Далее следует h8 ферзь и белые